Всем привет! Решил снять обзор Ниссанов после того, как сделал тюнинг на один, но не из них, а на другой. Вот у меня от Кенсмарта есть в 34 масштабе и от Уэлли, скорее всего, 36 масштаб. Вот, ну, то, что они разного масштаба и разного размера, об этом можно не упоминать. Хотел так детализацию показать, сравнить. В принципе, Уэлли чуть попроще сделано с этим, с передним бампером. Тут у нас прорезь. Вот, а который я делал большой, 350-й, там тоже был бампер такой цельный. Вот. Ну, капот одинаковый, фары, в принципе, тоже одинаковые. Тут у нас тоже пустота. Можно сетку будет поставить. Здесь у нас пластиковое это. Отдельно сделан номерной знак. Тут все цельное, металлическое. Сзади. Также еще вот есть маленькие выли. Вот, когда-нибудь что-нибудь с ними сделаю. Ну так. Тоже он по-простому сделан. Сзади тут у нас прокрашены заднего хода фары. Здесь нет такого. Вот. Но фары одинаково. Всякие эмблемы, конечно, тут на Вэле, хоть он и меньше масштабом, но она лучше сделана, чем на Кенсмарте. По багажнику тут, конечно, багажник лучше. Тут инерционный механизм все портит. Чемодан вот этот вот. Потом вот это вот Z-ки одинаковые, но тут подетализированный. Тут она просто такая, которую я делал, Nissan, там тоже было 6 таких этих точек. Там, кстати, я смотрел фотки настоящего, там у них вот тут сабвуферы стоят под этой штукой. Конечно, по этим они одинаково сделаны. По дверям открывание. Так, тут как-то окошко какое-то маленькое на Кенсмарте. Тут оно такое побольше. Даже смотрю то, что масштаб меньше, но окно больше боковое. Вот по салону. Сейчас пройдемся. Колеса, ну, в принципе, тут серебро, тут хром, не знаю, какие больше нравятся. Но вот так выглядит. На Вэле, конечно, побольше деталей, хоть в Вэле инерционный механизм багажник испортил, но по одной его вообще не видно, что оно есть. Вот на Кенсмарте, конечно, видно вот эту вот от инерционного механизма штуку. Конечно, по одному Вэле деталей побольше сделано. Тут и моторный отсек, и выхлоп, конечно, получше сделан. По салону. Но Вэле получше. Сиденья такие, ковши прям. Тут, конечно, тоже ковши, но как-то из-за цвета они как-то бросаются. И тоже все с правым рулем. Не знаю, как будет видно тут. Салончик, конечно, у Вэли поинтересней. Также тоже, как я и на большом делал, приборы вот эти. Где руль, три больших прибора. Тут еще датчики, три маленькие. Они сделаны получше. Тут, конечно, это попроще все сделано. Но тут есть декали. Декали этих приборов. Вот так. Такое сравнение. Может, кому-то будет полезно. Всем спасибо за просмотр. Пока.